Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Неделя удачи. Энергия звезд идут вам на помощь. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает неделя, открывающаяся второй весенний месяц, и начинается она с волшебного праздника Папмачани и Кадаши. Но это не единственное магическое событие, которое вас ожидает в этот удивительный период. Впереди особое новолуние, закрывающее ведический год, за которым последует начало весеннего праздника Наваратри. Воспользуйтесь этим временем, чтобы привлечь счастье и благоденствие. Понедельник, 28 марта, день Луны, кармическое число 1. Неделя, начинавшаяся с Экадаши, обязательно принесет вам удачу и изобилие. Это время, когда предоставляется возможность улучшить карму, положительно повлиять на ближайшее будущее и укрепить здоровье, занимаясь духовными практиками и совершая добрые поступки. Посвятите день молитвам, изучению священных текстов и соблюдайте пост. Оставьте в стороне суету и материальные заботы. Посвятите этот могущественный период и не упускайте шанс стать лучше. Влияние Солнца и Луны только усиливает благоприятную энергетику Экадаши. Наступает пора возрождения, которая откроет для вас двери в новый светлый мир. Если вы продемонстрируете, что достойны этого, заботьтесь об окружающих, дарите подарки, подбадривайте окружающих комплиментами. Чем больше радости вы подарите людям, тем счастливее станет ваша жизнь. Кроме того, сегодня важно заняться благотворительностью. Помогите тем, кто в этом нуждается. Поделитесь вещами и продуктами. Вселенная обязательно щедро вознаградит вас за доброту. Планета советует: не ищите человека, который станет самым значимым для вас. Посмотрите по сторонам, он уже рядом с вами. День будет успешным для родившихся 1, 10, 11, 19, 21, 28 и 31 числа. Вторник, 29 марта, день Марса, кармическое число 2. Мужественный Марс в соединении с Нежной Луной наполнит душу новыми впечатлениями и эмоциями. Ваши чувства обостряются, становятся искренними, а нетерпение захватывает, заставляя стремиться получить желаемое здесь и сейчас, подталкивая к необдуманным поступкам, чтобы получить максимум пользы. Будьте благоразумны и не делайте того, что позже может вызвать сожаление. Направьте всю доступную мощь на благие дела, которые радуют вас и наполняют позитивом. Не совершайте ничего, что вызывает неприязнь. Ваши действия должны нравиться в первую очередь вам самим. Не упустите момент, чтобы улучшить отношения с окружающими. А если вас гнетет ссора с кем-то из близких, настала пора сделать шаг к примирению. Энергетика Луны поможет вам в этом. Под ее влиянием в жизни людей наступает гармония. Воспользуйтесь и этим чудесным временем, чтобы сблизиться с теми, кто по-настоящему дорог и ценен для вас. Планета советует: все люди, которых вы встречаете, не случайны. Они посланы, чтобы вы усвоили очередной жизненный урок. День принесет радость для родившихся 2, 11, 12, 20, 22, 29 числа. Среда, 30 марта, день Меркурия, кармическое число 3. Светлый позитивный день, управляемый благоприятными и светлыми Юпитером и Меркурием, является одним из самых лучших в месяце. Чем бы вы сегодня ни занимались, успех гарантирован. Под запретом ссоры, конфликты, поскольку даже одно нелицеприятное высказывание значительно ухудшит вашу карму. Даже если человек вам неприятен или демонстрирует агрессию, не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Будьте сдержаны и уверены в себе. В этот день вас может посетить вдохновение. Это значит, что вы находитесь на верном пути в ближайшем будущем. Произойдут позитивные перемены. Чтобы приблизить их, рекомендуется сделать кому-нибудь приятный подарок и навестить близких людей. Планеты советуют: не ждите, пока позитивные события ворвутся в вашу жизнь самостоятельно. Приближайте их своими действиями. День будет счастливым для рожденных 3, 12, 13, 23, 30 числа. Четверг, 31 марта, день Юпитера, кармическое число 4. Последний день марта открывает глаза каждого человека на его истинное «я». Все, что вы совершили в течение месяца, вернется назад, напоминая о совершенных ошибках, либо достойно награждая за благие поступки.
Будьте особенно внимательны к поступающей информации, поскольку начинается период мудрости и духовных открытий. Все, что вы услышите или прочитаете, крайне важно и является подсказкой Вселенной, помогающей улучшить свою судьбу. Помните о том, что это последний день перед новолунием, требующий спокойствия и отсутствия спешки. Энергии не так много, поэтому тщательно продумывайте каждый шаг, чтобы избежать переутомления. Будьте терпеливы по отношению к окружающим, проявляйте человеколюбие. Позитивные приметы являются случайно услышанные красивые звуки, они означают покровительство высших сил. Планеты советуют, важно не только накопить ценную информацию, но и грамотно ею воспользоваться. День подарит удачу тем, кто родился 4, 13, 14, 22, 24, 31 числа. Пятница, 1 апреля. День Венеры, кармическое число 2. В ведической астрологии начало нового годового цикла принято считать по лунному календарю, в котором точка отсчета – месяц Чаитра, захватывающий период марта и апреля. В этом году предпраздничное новолуние выпало на 1 апреля. Праздник наступит только после с появлением первых, после наступления новой луны, лучей солнца. Это предпраздничное время наполнено чистой и волшебной энергетикой, дарующей желание любить и дарить свою любовь. Сегодня вы почувствуете, что способны на многое, ощутите духовное преображение и сможете посмотреть на мир свежим взглядом. Все начинания будут успешными, если вы правильно используете вдохновение, которое непременно появится в этот день. Слушайте свое сердце и не игнорируйте внутренний голос. Совершайте все действия с любовью, и вы получите больше, чем ожидали. Планеты советуют, смотрите на мир с позитивом, и чудеса не заставят себя ждать. День принесет благополучие и изобилие рожденным 2, 11, 12, 20, 22, 29 числа. Суббота, 2 апреля, день Сатурна, кармическое число 3. Начало нового года именно в ведической астрологии. С рассветом наступают первые лунные сутки, открывающие весенний фестиваль Навратри, который продлится 9 суток. Об этом говорит и название, буквально переводящееся 9 ночей. Праздник отмечают несколько раз в год. Весной он посвящен аспектам женской энергии. В эти дни чествуют богиню-мать, которая олицетворяет сразу несколько женских божеств. В этот период полагается соблюдать пост, то есть отказаться от мясной пищи, злаков и бобовых. Также необходимо начинать каждый день бодро, в хорошем расположении духа. На протяжении всего дня не позволяйте себе поддаваться негативным эмоциям. Кроме того, это идеальная пора для любых начинаний. Брак, заключенный в этот период, будет прочным и счастливым, а начатое дело прибыльным. Планеты советуют. Заботьтесь не только о себе, но и о других, и тогда Вселенная придет к вам на помощь. День ознаменуется приятным сюрпризом для рожденных 3, 12, 13, 23, 30 числа. Воскресенье, 3 апреля. День Солнца, кармическое число 4. Это день, когда вас могут настичь неожиданные, но позитивные перемены. Высшие силы предоставляют достаточно энергии, чтобы действовать, не опасаясь усталости. Поэтому займитесь тем, что требует наибольшего труда. Все, что произойдет сегодня, пойдет на пользу. Если вы давно откладывали какой-либо проект, смело приступайте к делу. Вас ждет успех. Кроме того, это отличная пора, чтобы навсегда разобраться с давними неприятностями и закончить сложную работу. Планеты советуют, то, что кажется концом, часто является началом перемен. А день будет благополучным для рожденных 4, 13, 14, 22, 24 и 31 числа.